наша задача обезопасить себя, сделать канал газа неактивный, когда он нам не нужен. Для этого заходим в меню, выбираем Dual Rate, двойные расходы, значит, выбираем четвертую позицию, делаем ее активной. Значит, посадим все это дело на выключатель А. Значит, в верхних двух положениях он будет у нас включенный. Нижний будет выключенный. Так, и здесь назначим Throttle, канал газа. Значит, опять заходим в меню AFR. Значит, здесь выбираем Throttle. Далее настраиваем Offset. Убираем в нули. Rate B также убираем в нули. То есть в таком положении у нас кривая газа неактивна. Как только переключаем тумблер А вверх, канал газа становится активным. Собственно, и все.